Я вам хочу показать, что у нас происходит. А происходит у нас знаковое событие. Мы обрезали леса под мостом Водяного. И вот уже как бы потихонечку отвоевываем. Видите, цветочник вот такой, смотрите, шикарнейший цветочник. Мы его уже засыпаем черноземом. Ну, где-то травка прорастет сейчас, дождики грязь посмывают. Просто тачка, видите, вот такая у нас Мишкина альпийская горка. Вот он спит прям в цветах. Смотрите, как он не только один здесь. Он, смотрите, у нас здесь мама есть. И есть, не знаю, кто-то, дядя, наверное, или брат. То есть и вот такой вот жирненький медвежонок. Ну, мы его еще не докрасили. Он просто, не доходит до руки. И вот он, ему снится подушечка. То есть здесь у него так шут. Ну, штанишки шьют, там с папой где-то с прятки гуляется. И вот, видите, у нас вот это интересно. Оригинальный такой цветочник. Мы забетонировали дерево, и оно как хочет, так и растет. Видите, что-то бетонное растет, что-то живое растет. И видите, какое оно сверху, оно что-то уже затрухлело, умерло, но снизу еще пока борется за жизнь. Видите, ветки есть, и вот сзади как бы сильные такие ростки. Не знаю, выживет она, не выживет. Но вот видите, вот как бы вот эта ветка сильная. Видите, вот такая, вот она сильная, крепкая, молодая, а то уже погибает. Вот видите, я его как мог это все завязал, а здесь уже кирдык дерева. Ну вот смотрите, вот это как бы живое дерево, вот оно растет. Ну, Шишкин вот здесь вот рисовал вот этих медведей. Ну, что я вам хочу показать? Я хочу вам показать вот здесь, как мы срезали леса, и у нас теперь мостик у нас уже красивый. Мост Водяного. Ну, еще работа здесь охватает. Может, немножечко я покажу, что происходит. Это у нас такая нора кикиморы. Вот так она выглядит. Сегодня до обеда пацаны успели вот это что сделать. И вот так, ну, опять надо, наверное, прожектора. Все повыключали. Ну, вот прожектор есть, а может даже я включу. Вот один. О, представляете? Я сейчас тогда возьму прожектор. Смотрите, вот такое у нас оформление. Просто тоже с листа, без эскизов. Фигачим, что попало, что в голову придет. Вот здесь будут вот такие вот зеркала, назовем. Зеркала будут живопись здесь расписана. Вот это болото, это кикиморы. И вот столик будет. Может, себе машинку поставим. Может, сюда поставим сейчас какой-нибудь чайник или самовар. А это вот у нас вот такая вот кикимора болотная. Она лягушечку гладит, и лягушечка прибалдела, лягушечка мальчик, потому что она любит бабушку свою, и она ее гладит, она, короче, сидит на коленках. А это вот видите, какое у нее кресло. Ну, не знаю, как надо дальше вставать, не чтобы ее увидеть, наверное, обзор. Вот так она, видите, у нее кресло с вентилями, у нее, вот смотрите, это у нас вот такой вот рак здесь будет. Ну, я вам покажу. Вот сейф у нее, не сейф, у нее есть доступ до Водяного. Сейчас я покажу, может, кому интересно, как мост устроен внутри. Вот, смотрите. Вот такие трубы, швеллера, профиля, бетон. И вот, смотрите, там USB, это была как бы опалубка. И вот так вот мост выглядит. Ну, это, видите, вентиля, там это насосы стоят и фонтаны. Может, когда-то они будут работать. Ну, надеюсь. Вот так вот выглядит внутри мост. Ну, такая дверка. Сейчас я закрою ее. Вот так вот. Ну, вот оформление. Вот лавочка, смотрите, она замазывается, сетка подвязывается. И вот пацаны, работяги, очень ответственные. И это у нас печка. Она любит готовить. Не знаю, рыбку она будет готовить. Или там теплокровных. Ну, как-то решится. Кстати, с этой вот, будем говорить, с печечкой. Печка будет, вон, видите, смотрите, какие у нее интересные, уже сделанные, не знаю, видно, вот так, да, видно. Вот видите, это открывается, закрывается. А это вот даже эскизы, если сейчас смогу я одной рукой их достать. Ну, не знаю, давайте так вот. Вот смотрите, это вот как и кемера болот. Сейчас я вот так вот, смотрите, как ее показать. Не хочет. Вот так, я понял, сюда кину.
Ну, она вот из кикимора болотной красивая. И вот эскиз, который... Вот, видите, кикимора болотная такая вот. Гладит лягушечку. Лягушечка обалдеет. Ну, вот, видите, потом полы сделаем сюда, стяжку. Ну, проблема в том, что здесь бывает разлив речки, и, как правило, она зальет эту, вот это убежище этой кикиморы болотной. Ну, кикимора как бы не сильно воды боится, Вот смотрите, у нее и рак на службе, рак, который будет охранять вход. Ну, вот такая вот задумка кикимора болотная. Видите, веточки, и такая как бы бродилка, домик. Сейчас сюда я выключу. Ну, покажу, что у нас здесь дальше по водяному. Ну, смотрите, по водяному. Здесь еще краситься будут. Будет. Ну, вот, посмотрите, уже нету лесов под мостом. Ну, сегодня пацаны резали леса. И резали, обрезали, упали в речку. Ну, или водяной так шутит. То ли у них мозгов нету. Вот, смотрите, вот так выглядят вот эти механизмы. Я сейчас сниму водяного поближе. Ну вот, видите, такой домик. Это баня. Она так вот, то есть она и деревянная, и бетонная, и пенопластная. Короче, все в кучу сгребли. Там была деревянная баня, я ее забетонировал, подпоры сделал по бокам и, короче, вот пристроил к домику. То есть должны были поштукатурить по-скромному. Ну, как получилось, так получилось. То есть посмотрим, как это тоже все. Что будет с этим через 10 лет, так, или через 5 лет. Ну вот пока 5 месяцев стоит. Ну вот смотрите, вот на мостик я сейчас захожу. Я хочу вам водяного показать поближе. Вот видите, здесь на мостике три входа. Вот так, три входа. Один, кто на лыжах любит кататься, кто скромно по ступенькам. Ну, здесь, надеюсь, на коляске можно съехать. Много с детьми приходят туристов. Ну, вот такая вот комнатка водяного. Смотрите, водяного комнатка вот так выглядит с водяной сзади. У него такие штанишки, хвостик. Он может снимать их. Я думаю, что у него, может, даже и ноги есть нормальные. Он утюжок, погладится, он в кабак любит ходить. И лазит с русалками. Он дружит с русалками. Сейчас я его покажу поближе. Правда, он такой страшный. Он, вот смотрите, вот такой вот водяной. Зеленый, призеленый. Вот смотрите. Ну, у него там есть всевозможные. Он ест много рыбы, хорошо сохранился. Я говорю, он специалист по девочкам. Ну, сейчас я покажу, какие у него там есть любимые русалки. Вот видите, он куча вентилей у него таких вот, и наждак можно там что-то ремонтировать. И вот смотрите, у него там рыба котосом. Ну, типа, у каждого нормального царя должен быть котик. Он мурлыкает, приходит к нему. Ну, у нее есть еще и собачка, не знаю, как ее показать. Вот видите, это полкан будет. Вот видите, полкан-дракон. Ну, потом мы дальше покажем. Это собачка у него в ногах, морская. Ну, сейчас я поищу место, как еще не придумаю, как снять по полным ракурсом водяного. Ну, может, я сейчас вот пойду вот сюда вот и с вот этих цветочников сниму. Вот у нее цветочники, мы пока землю не засыпали. Ну, потихонечку и это отвоюем. Вот там мост китайский дракон, там двуглавый Катюша Ванюша, и, а здесь водяной. Ну, я вам покажу его русалок. У нее там любимые русалки, и имена им еще не придумали. А это вот, видите, волшебный топор. Он этим мост строил. Вот, смотрите, какая у нас русалочка есть. Вот такая вот, молоденькая. Ну, не знаю, кто, дочка, может, его, а может, и там подружка. Сложно сказать. А вот, смотрите, у нее вообще, у нее там девочка там на этом, на хамсе или на что там, на скумбре разожралась. Ну, вот. Вот так она выглядит. У нее даже волосы красные стали. Ну, красавица, понимаете, цветочки, все. Ну, немножко еще не дорисовали. Ну, вот потихонечку дорисуем вот такие вот. А там у нее наверху еще есть живопись. Ну, видите, потолок не раскрашенный, потому что, ну, когда дожди, мы здесь под дождями прячемся и красим. Вот здесь и мухи
такие светильнички, жуки, которые следят, видите, короеды или как они называются, смотрите, какие светильники шикарнейшие. Их делал с этого, с Беларуси известный мастер, скульптор, кузнец. Он, много у него работ здесь, звать его Олес. Ну, есть у меня в телеграм-канале его адреса, его, ну, как бы сайт, и, то есть можно с ним напрямую пообщаться. Ну, так что, вот видите, с этой стороны у него и удочка у водяного, и смотрите, какие рыбки у него находятся на это самое, висят на удочке. И вот, как бы, крючочки, а это внизу алтарь водяного. Сюда деньги кидают, видите, уже там даже мелочи есть. В кастрюльке кто-то накидал уже мелочи. То есть, ну, там под водой уже там все, как говорится, весь берег в деньгах засыпанный. Ну, еще при том, что туристы здесь не ходили, то, думаю, скоро они водяному накидают то, что ему понравится. Он любит денежки, ему накидает много денег. Ну, сейчас попытаюсь до сюда перейти, как сюда перейти, только. Вот, вот видите, как цветочник устроенный. Может, отсюда вот я встану и... О, видите, здесь надо сверлить, чтобы оно вытекало. Я, значит, вовремя подошел. Завтра возьму сверло и просверлю. Сейчас посмотрим. Вот водяной, как бы отсюда смотрим. Так, надо... сейчас сюда ниже спущусь. Еще водяного я не снимал. Ну, а небо, понятно, все, не видать ничего. Сейчас облака, может, прогонит. Или надо хорошую погоду ждать. Так что вот такой вот мостик получился. Ну, не знаю, сколько мы его делали. Мы здесь 4-й месяц. Вот 4 месяца назад его не было. Ну, мы делали и то, что там рядышком было, и все подряд делали. Но за 4 месяца как бы мы уже вот-вот закончим. Срезали леса, и осталось там кое-где докрасить. Так что вот такой вот фильм я вам показал. Ну, здесь, может, уже покажу у нас. Вот видите, и там есть красавица, лягушка. Ну, по ней иногда как-то тоже думать, откуда ее снимать. Видите, с нее стрелами стреляет, она дразнится и замуж не хочет, а папа полцарства дает, а она вот эта вот с мухами гуляется, она как бы не повзрослела. Ее же и пристрелить решили.